вы выращиваете на своих приусадебных участках? На этот вопрос отвечали пермяки в нашей группе телекомпании «Ветта» ВКонтакте. Почти половина опрошенных, 47%, ответили, что выращивают на своих участках экологически чистые овощи. У 17% респондентов на участках практически только ягоды, как лакомство для детей. А вот кто-то засадил все картошкой. Кризис ведь. Это сделали 9% опрошенных. У 5% растет только газон, и еще у 2% только цветы. Выращиваю овощи и ягоды. Смородину, малину, крыжовник, помидоры, огурчики. Да мы не запасаемся. Так, для души немножко для себя. У нас есть огородный участок. Мы выращиваем там, как обычно, наверное, и большинство россиян, овощи и ягоды, фрукты. Ну, фрукты, яблоки. У большинства людей сейчас современных моего возраста, у кого есть уже свои семьи, они выращивают в основном только какие-то ягоды. Например, клубника, может быть, смородина, наши уральские. Ну и в основном это просто какой-то газончик. То есть уже становится молодежи, кто заводит свои участки, меньше таких овощных культур. Я придерживаюсь другой точки зрения. У меня есть бабушка, которая обожает это делать, и поэтому мы поддерживаем уже ее начинание. То есть ей нравится, поэтому мы всегда за то, чтобы... Ну, конечно, свои овощи – это всегда прекрасно, потому что в магазинах есть или нет, ты не знаешь, будут ли вообще они или нет. Свои ты знаешь, как они выращены, да, безусловно, и пользуешься их благами. Знаешь, что есть морковь, капуста, там, картофель и прочее. Вот. Но, в принципе, для меня это не проблема купить, пойти. Но такие традиции семьи, что мы все выращиваем.